по метру. Держись посередине. Да, я понял. Советчик упомянул. Нормально. Все в порядке. Вперед и вверх. Не хочу здесь застрять. Застряли. Полегче. Подложи что-нибудь. Полегче. Нейн, камни. Нет, поворачивай. Я разобрался. Как по маслу. Вот так. Господи, моя спина. Глядите, следы шит. Кто-то здесь был. Эй, посмотрите на холм. Там какая-то башня. Это радует. Виктор, а о чем вы там в прокате спорили? О, твой брат настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Он так явно запал на тачку, что цена удвоилась. Она все равно будет. Я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Держитесь. Ого! Эй, давай помедленнее. Да. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает. Ради сохранности. Их же преследовали англичане. Ну
Да, может, Эври помог им исчезнуть? Он уж точно умел прятать ценности. Отчаянная попытка. Грязь слишком скользкая. Нужно придумать, как подняться. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. Кора содрана. К дереву что-то приматывали. А ты же знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал. Что будет? Еще не придумал. Вот так. В самый раз. Было весело. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха. Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока на себя не окупил. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я
Я буду радоваться большим. Полюбуйтесь, Джен. О, потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетений. Бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, 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 они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Мы уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. Да. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Ну, все равно, это очень долго. Стой, стой! Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Люден один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Это мне точно не послышалось.